Надо сказать, что это чувство останется со мной навсегда. Когда ты придешь по абсолютно нетронутому снегу, без ветерка, искрящемуся под лучами восходящего солнышка, наблюдая такую красоту, что даже Господь Бог такого не видел. Мы идем все выше и выше, фактически протаптывая за собой траншею. Очень красиво, в лесу ни ветерка, и кроме нашей лыжни и нас, здесь никого нет. Здорово. Перевал встречает нас довольно сильным ветром. А вершина победой. Отсюда все пути ведут только вниз. Ух, ветер палки сдул. Вот наши орлы. Лебеди наши. Голуби наши седокрылые. Жорик почти готов. Утром следующего дня парковка для бэккантри находится в неожиданном месте. Сегодня поход другой. Backcountry Extreme. Сплошной лед. Красиво. Снег выпадает. Да, неприятно. Условия еще усложнились. Дальних участников почти не видно. Ветер ураганный. Руки мерзнут моментально. Да-да-да. Я чуть не упал, мамочки! В такие условия внимательно посмотрите на Юру и на его нос. Это страшно, я такого еще не видел. Юрка, твоему носу хана, если ты не уберешь ту страшную сосульку. Один из последних крутых спусков. Да, товарищи, вот это жизнь!